Встал в лес, Захар. Начал жить. Кончатся мысли все. Писать песню новую, не писать. В киоск идти работать, не в киоск. Вон он, лес, а вон она ночь, а вон он волк. Вот что делать? Вот ты, вот тебе задача. Молодой, полон сил, в тюбетейке, все дела. Встал в лес. Глухо дело твое. Иди, живи. Ты один-единственный такой. Неповторимый и нет другого. Есть только путь один, твой личный путь. Как его выбрать? А черт его знает. Вот я, да, какой-то путь у меня есть. А я кто? Да все иду, вон уже все. А я еще нет. Вот начинается так называемая взрослая жизнь. Вот и начинается. Каждую секунду же выбор стоит. Да нет, да нет, да нет. Ужас. Караул. Караул, очень трудно жить. Иди к нам. Иди к нам в парк работать. 240 чистыми. 240 чистыми будешь иметь. Без вычета. В таксопарк иди к нам работать. Че ты, блин, на мандалайке все это? Заворачивай это дело все. Иди к нам, здесь профессию получишь. Здесь будешь человеком. Здесь будешь на всю жизнь. Что ты ерундой не занимайся? Иди скорее к нам. А здесь иди к нам. Будешь ездить на такой, еще блейзер купишь. Ну, вообще крутняк. Иди скорее сюда. Вот и стоишь. Не ходи никуда. Шли всех. Иди к себе. Вся жизнь — это к себе. Вон ворона полетела. Грабить птичьи гнезда. Как получить счастье? Где кайф? Для тебя. Ну для кого же? Для тебя, что ли? Для людей. Для тебя, что ли? Ты мне нужен очень. Вот ты мне нужен очень сильно. Или кто-то еще. Жить-то надо для себя. Только не в том смысле. Для собственной души. Собственную душу спасать. Я выпивал, закусывал это... Это все Достоевский. Вот ради людей же это важно. А сам подумаешь. И вот дошел, что чуть не умер. И не спился с этим. И все ужас. Спился, но чуть не умер. Вот. Потому что не занимался собой. А что-то там по книжкам тащился, что я для других буду. Нет. Ты самый главный. А других дела нет. Можно это вырезать вот, да, из контекста. И что я сказал. Подумаешь, кто я такой. Счастье, чтобы было, да? Чтобы было хорошо, как двинулся и поехал. Но это знаю, что раз, два, три, четыре, пять, на шесть, это, ломки, все знаешь. Значит, это нет, да? Это алкоголь, не то совсем, еще хуже. Наезжает бульдозер и делаешь, потом думаешь, что я вчера делал. Выбор, вот, да? Дальше чего? Ага, это компьютеры, интернет, виртуалка пошла. Да 65-й год, вы что? Это старое дело все. Интернет туда залезу, сюда, да это все кнопки, это все фигня. Он купил я там новую барабанную машинку, думаю, никогда я не пойму. Через 2 дня я все понял. Подумаешь? Вот что хочется, вот где счастье. Независимость. Но независимость не та, которую деньги дают. Сейчас они есть, ты независим полностью. Ты сел, мчишься, это. У тебя пресс тут. Смотришь, нету. А, сразу зависим стал. Сразу бедный стал, несчастный. Или отнимать пошел, чтобы опять быть независимым. Это ерунда. Серьезно. Эндрю Ллойд Уэббер за 11 миллионов фунтов дом купил, теперь за 14 продал. Почему ты не отдал близкому половину? Что за понты? Перед кем? Кучка каких-то бумажек лежит. Подумаешь, мне... Это нужно, чтобы встать? Что за чепуха? Здесь у нас денег не было в прошлом году. Иван, мой сын, поймал рыбу в реке.
В город поехал в Верею и обменял на соль, сахар и спички. Мы и жили. А остальное все есть на огороде. Одежда, шмотки, материалка, яхта, и вот это все. Конечно. Кайфуй там, где бесконечность. А бесконечность — это дух. Вот и все дела. Если ты будешь думать, как я думал вот лет 6-7 назад, когда талант и получается, думаешь, что ты все знаешь, что ты главный, что как ты, что они. А какое ты право имеешь? Давить людей. Я так своих друзей задавил, все эти группы, все эти. Жуткую испытываю вину. Жуткую. Перед всеми вами, честное слово. Вот вы приехали 5 лет назад, я бы вас выгнал сразу. Чё приехали к королю? Сейчас уже не смог так сделать. Потому что было стыдно потом. Я знаю свои дела. Вот представьте себе, жить так, что нечем полюбить другого. Нечем. Вот нечем здесь. Вот это и есть ад. Хочешь полюбить, а нечем, высох весь. Вот я сюда приехал в таком виде. Практически. Сухой. Потому что себя, наверное, выпотрошил. Не смог как-то. Тяжело. И я вот только, мне 48 лет, я только чуть-чуть на путь вроде попал. Есть смысл. Начать надо с того, что выгодней туда, чем вот сюда. Вот и все. Все мусор. Мы с вами. Если в нас не горит свечечка нашей души, вот ее надо раздувать, лелеять, холить, а остальное все мусор. Все. Как это ни странно, и здоровье, и жуткую вещь скажу, и родственники, и родители, и жены, это все ерунда. Как же так? А вот так. Вот я сам как это, как там лягушка уже стал классный, правда? Историю рассказал, вот такой рассказ.